Всем здорова, с вами снова Мэтт Ситник. В прошлом видео ради скидки в 3К мне отдали кэшбэк в виде движка. По фото этот полуфабрикат казался лучше, чем в действительности, но в реальности пациент скорее мертв, чем жив. Короче, процесс естественной утилизации с ним прошел на ура. Однако опыт не пропьешь, и этот двигатель мы оживим любой ценой. И попробуем нехило навариться на нем. При беглом осмотре увидел частично отсутствующий крепеж. Сам движок был в обильных подтеках масла и пыли. Давайте открутим единственный болт крышки генератора и глянем, что там внутри. Подожди, тут вообще песня. А внутри все печально. Ротор и оставшийся механизм стартера заржавели в хлам. Шпоночный паз колена, как и сама шпонка, разбиты. Звезда обгонной муфты такая же покупка. Кусанная бобрами. Ребята, чтобы не колупаться во всяком ржавом хламе и всегда покупать новые запчасти для ремонта своих байков, я нашел для вас способ, как залутать халявных бабок. Советую вам новый, проверенный лично мною сайт EasyX. Они дают офигенные бонусы новым пользователям при первом пополнении. Давайте заберем наших 500%. Нажимаю «Забрать». Пополнять будем с карты на 2000 рублей. Ввожу 2000 рублей. Также еще есть промокод EasyX, который дает 1000 рублей. Нажимаем его «Применить» и нажимаем «Пополнить». Как видите, на счету у меня 10 тысяч рублей, то есть мой депозит увеличился на 500%. Так, ребят, давайте попробуем попытать удачу в моем любимом режиме «Краш». Так, давайте еще пробуем поставить. Так, ждем ракетку. Так, 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 так. Ждем, 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 ждем. Лучше, ребят, сильно не рисковать, сильно долго не передерживать. Давайте до четверочки попробуем. Я думаю, что четверочка мы выиграем точно. Так, 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 так. Все, жмем забрать. Все, ребят, 14 тысяч рублей. Смотрите, было 10 тысяч, сейчас 14. Выиграл. Так, давайте еще попробуем поставить. Так, ждем ракетку. Давайте 3, 7, 3, 8. Давайте, жмем забрать. Все, ребят, 20 тысяч рублей. Смотрите, как просто вообще. И вот, друзья, за пару минут игры у меня уже на счету 20 тысяч рублей. Хотя, как вы помните, я закидывал всего лишь двушечку. Также на этом сайте скоро появятся новые халявные фичи. Одним из таких будет колесо фортуны. Его можно крутить каждые 15 минут бесплатно и получать лавешечку. Еще появилась Изи премиум подписка за 500 рублей в месяц. Вы будете получать каждый день по 100 рублей на счет. То есть спустя месяц у вас будет 3000 рублей на счету. Это я считаю неплохо. Ссылочку на Изи X я оставлю в закрепленном комментарии. По ней вы получите 500% по первому депозиту. И самое главное, не стоит забывать, что это всего лишь игра. В ней можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому при любых денежных операциях всегда думайте своей головой. Удачи! Разборку движка в стиле азиатских дреставраторов на грязную я делать не хочу. Поэтому подрубаю мойку высокого давления и начинаю процесс дефекализации топорной копии кабовского движка. Уже начисто была найдена первая причина обосцевания нашего пациента. Отъехал у мир Чермета подшипник вторичного вала, а за ним и сальник. Жаль, конечно, этого добряка. Скручиваю силовые проводья стартера. И сам электромоторчик. Маслоотделительная крышка держалась на единственном винте М5, хотя тут должен быть М6. Снимаю крышку, а там бабкина сковородка. Какой кошмар. Короче, ничего кроме слова «черкаш» мне в голову не пришло. Так и будем величать его все видео. Ролика натяжителя цепи ГРМ не было, где-то потеряли как обычно. Откручиваю болт онова, дабы извлечь гидрошток. Особо внимательные заметили, что шарик вот-вот выпадет с посадочного места. Шток в мусор. Под болтом крышки звезды ГРМ не было уплотнительной шайбы. Еще одно место течи масла. Под крышкой та же картина. Черкаш ездил на обкатанном масле из-под беляшей. А еще звезда ГРМ перевернута и держится на двух болтах. Еле-еле кое-как ее снял с помощью тонкогубцев. Квадратная крышка от 110 кубов с вертикальными полосами держалась на трех гайках, под двумя из которых только были шайбы. Снимаю эту. Снимаю головку. Внутри все цивильно, кроме заваленного пускного клапана. Видно, что ездили без воздушного фильтра. И пылюка сделала свое грязное дело. Схавала клапан. Дальше ролик и болт сбоку цилиндра. Цилиндр новый. Был. Теперь же он стал жертвой масляного голодания и отправился в металл на переплавку. Поршень такой же. Видны последствия жесткого прихвата. Докручиваю механизм ГРМ и перехожу на правую сторону. Выкручиваю 8 болтов, пинаю резиновым молотком и отсоединяю крышку. Картине внутри вообще ни капли не удивлен. Негрол повсюду. Благо сюда шаловливые ручки прошлого владельца не добрались. И я с кайфом разбираю нульцевый крепеж. Разбираю все на диком ускорении, потому что там ничего интересного не было. На удивление дальше все было хорошо. Даже большая шестеренка и фиксатор передач были в идеале.
А вот вал перемены передач слегка погнули, и он не хотел покидать Черкаша. На просвет видно, как его изогнуло. Выхожу на финишную прямую, сейчас будем колоть двигатель. Опа, а кик-то здесь примитивный, как на Полтосе. Его отличительная особенность в том, что не нужно настраивать. Просто вкидывайте в картер и все, колено сразу же в метол. А коробка на первый взгляд в идеале. Тот самый оркестровый подшипник. Что самое удивительное, вилочки в идеальном состоянии. Очень какой-то противоречивый двигатель в этом выпуске. Ладно, разобрали. Теперь процесс помойки, который всегда был в тени за кадром. Сейчас же я вам все покажу с ускорением. Мою все обычными кисточками для забора и 92-м бензином. Для смывки какиша использую поливалку для цветов с бензином. Процесс до безобразия скучный и токсичный. Поэтому давайте уже разберем головку. Кто-то переел кашу в детстве и закрутил крышки клапанов так, что пришлось изобретать в тисках хитрую конструкцию для их откручивания. Впускной клапан к тому же был еще расклепан. Вытащил его с помощью ключа. Дальше навел марафет щеточкой и бормашинкой в камере сгорания. Покраску начал с ушкуривания всех плоскостей крышек и картеров. Покрыл их остатками грунта с баллончика, а потом черной глянцевой краской. Головку покрасил термостойкой краской и хорошенько прогрел строительным феном, чтобы не так сильно распылялось от бензина. Перед началом сборки предстояло восстановить несколько узлов, находившихся в очень плачевном состоянии. Один из них – генератор. Статор был под замену. Катушки света работали, а вот катушка зажигания в отвале. Взял живой БУ статор и перепаял на него провода со старого. Натянул на них термоусадку и обжал в новые клеммы. Ротор же был насквозь ржавый. Почистил его щеткой по металлу и дрелью. Обгонную муфту пришлось менять. На удивление, ее болты открутились очень легко с помощью ударной отвертки. Не до конца их выкручиваю, чтобы выпрессовать обгонку из посадочного места. Внутри ржавчины еще достаточно много. Условно новая обгонная муфта нашлась в запасах. Только нужно было извлечь из нее остатки высверленных болтов, что я и сделал. Ну и прикручиваю обгонку на место. Также почистил звезду обгонной муфты. А теперь можно начинать сборочку черкаша. Все красивенькое, блестящее, подсохло и лежит на столе. Думаю, на третьем видео подряд не нужно Думаю, уже на третьем видео подряд про сборку движков не нужно углубляться в процесс сборки. Поэтому пройдемся по вершкам. Начал с запрессовки сальников. Звездочка привода маслонасоса, про которую я постоянно забываю, и шток. Подшипник вторичного вала посадил на фиксатор резьбы. Все остальные подшипники в идеальном состоянии, поэтому я их даже не выпрессовывал. Magic шины монтажа и вторичный вал собран. Щелк и первичный тоже. Докидываю копирный, смазываю и отправляю на место. Чтобы все не выпадывало, прикручиваю часть датчика передач. А вот вал кика стоило бы показать. Нечасто такой гость на нашем канале. Состоит он из вала, само собой. Шестеренки с зацепами, толстой шайбы и большой стопорки. За ними ответная часть с зацепами, которая сцепляет вал и ту шестерню. А эта проволочка вставляется в прилив картера. Снова большая стопорка. Добавляю масло и вставляю кик. Вот наглядно, как он работает. Ничего настраивать не надо. Также не забываем шайбу. Осталось колено, взятое из БУ запасов. Состояние у него на твердую четверочку. Помещаю его в левую половину. Дальше направляющие втулки и новенькая прокладка из набора. От нее заранее с запасом срезаю лишнее. Остальное будет срезано уже перед установкой цилиндра. Иначе можно отрезать лишнего, и из-под цилиндра потечет масло. Сдираю с правой половинки малярную ленту и соединяю их в единый картер двигателя.
Осталось лишь закрутить 7 болтов крепления. Дособираю кикстартер, крючок вкладываю в пружину и ориентирую его сразу же зацепом к выступу картера и взвожу пружину до прилива. Одеваю стопорку и гик собран. Впервые такое вижу. При разборке движка был ослаблен стопор пружины вала КПП. Мажу на него фиксатор и вкручиваю в картер. Новенький фильтр грубой очистки масла, а за ним и сливочный болт с алюминиевой шайбой заняли свои места. Под маслонасос вставляется центрирующая втулка для штока привода. На моей памяти это уже четвертая разновидность модификации насоса альфа-движкового до 110 кубов. Без нее получится шалтай-болтай приводного штока, в результате чего маслонасос быстро сделает йог. Поэтому кладу прокладку, за ней корпус с втулкой, дальше все внутренности и крышечка. Закручиваю на винты. Как закончил с насосом, принялся вставлять вал КПП, который заранее нагрел и выпрямил в тисках. После него ролик-фиксатор передач. Передачи щелкаются прекрасно, значит все собрали правильно. Дальше большущая шестеренка. Стопорное кольцо, дистанционные сырные втулки, а также малая шестеренка. Как собирать сцепу вы уже видели 1000 раз, поэтому ввожу при монтаже на клавихе SIM и сцепа починена. Осталось вставить в нее внутренний барабанчик и поместить двигатель. Дальше бутеры из хитровыдуманных шайб и гайка. Гайковер делает врум-врум и готово. Подгибаем усики, одним из которых нужно попасть в паз гайки, чтобы потом не катить мопед 30 км по полю до дома. Ну вы знаете эту тему. Накрываю крышечки с прокладкой и фиксирую на 4 винта, чтобы не убежало. От крышки сцепления отлепляю скотч. Вставляю 2 сальника, грибок выжима, который был в усмерть забит металлической стружкой. Тем самым маслоканал, цилиндр и колено были перекрыты. Последствия вы видели при разборке. Вот. Втулка маслоканала и, наконец, направляшки. Прокладка и крышка. 8 болтов, чик-чик-чик и готово. Щуп. Пластина выжима, фиксирующая ее пластина, винт, насолидоленный рычаг выжима и пружина. Немного герметика, рычаг фиксированный грибок с топорок. Если потеряли, делается из маленького гвоздя сороковки. Сразу же настраиваю сцепление, вернул до легкого упора винт и законтрил гайкой. Удалил с хром-крышки ленту и привинтил ее на 2 винта. Устанавливаю стартер и понимаю, что он находится в клине. Как бы я его ни пытался повернуть, он стоит намертво. Да. Что ж, включаю режим патологоанатома и вскрываю электромоторчик. Ротор стартера вклинил во втулки, никак не вращался и не вытаскивался из посадочного места. Редуктор же отлично работал без заеданий. Внутри него все выглядело девственно чистым, даже лубрикантик был на месте. А вот вторичный вал редуктора укусил бобер, и теперь придется его очищать от оксида железа. Раз уже залезли в стартер, нужно обслужить и щетки. Шахты щеток также поржавели, чищу их наждачкой. Коллектор подзагрязнился, повошкал его нулевочкой. Корпус редуктора сильно бросался в глаза, поэтому окрасил его в такой же черный глянец, как и сам двигатель. Спецсмазки для электроинструмента у меня нету, поэтому в ход идет клитольчик. Дальше сборка в обратном порядке. Вторичный вал, резиновый изолятор-уплотнитель для плюсового контакта, вторая половинка редуктора, резиновое колечко. В щеткодержатель вставляю шахты, а за ними текстолитовые пластинки. Дальше плюсовая щетка, все вместе это вставляется в редуктор. Контакт минусовой щетки является уплотнительной шайбой крепления щеткодержателя. Последний надежно фиксирую 2 винтиками. А теперь самое интересное. Кто разбирал стартер хоть раз, поймет меня, как это сложно потом собрать обратно. Я не заморачивался и прибегнул к помощи Валеры. Я ведь инженер и умею решать проблемы. Они надежно зафиксировали щетки, и я с легкостью вставляю ротор. Осталось только их срезать, насадить корпус с магнитами и все обжать винтами. Чтобы ротор случайно не примагнитился и не выскочил из посадки, опять же зафиксировал его Валерой. Стартер собран. Займемся механизмом ГРМ. Протягиваю цепь и прикручиваю коромысло натяжителя с роликом. Гидрошток заменил на новый. Резиновый демпфер оставил старый. Вставляю его и пружину в шахту. Фиксирую болтом. На маслоотделительную крышку натягиваю резинку и впрессовываю сальник. Отправляю ее на место, предварительно подложив 2 мелких резиновых уплотнительных кольца в места крепления. Фиксирую крышку на 2 винта. Успокоители цепи стартера также будут новые. Вставляю сальник в звезду обгонной муфты, а на нее одеваю новую цепь стартера. Все это вместе со звездочкой стартера отправляется в Черкаша. Стопорное кольцо изготовилось из жесткой проволоки.
Первые два витка резьбы коленвала были деформированы. Спиливаю проблемную часть Wi-Fi болгаркой, устанавливаю ротор, добавляю каплю фиксатора и хорошенько закручиваю гайку генератора. Дальше две направляшки, прокладка и крышка генератора. Сборка поршневой по классике начинается с скручивания шпилек. Цилиндр буду использовать SDTV-шный, самый доступный дешман на рынке. А нам и чё? А нам и нормально. Устанавливаю прокладку, втул, ку. Да, она будет одна, больше не будет. Закончились. И резиновое колечко. Распаковываю кольца и вставляю их на поршень. Смазываю цилиндр и отправляю в него поршень наполовину. Это облегчит нам в дальнейшем установку. Теперь можно одевать цилиндр на шпильки и вставлять палец в поршень ВГШ. Не забываю все стопорить кольцами, иначе палец сделает бубо цилиндру. Осаживаю цилиндр, попутно продеваю через него цепь ГРМ. Как цилиндр сел до конца, сразу же выставляю поршень в МТ и устанавливаю резиновый ролик-успокоитель цепи. Протираю масло, ставлю прокладку головки, резиновые колечки и опять одну втулку. На очереди голова. Хорошенько ее отмыл, поэтому на чистую деталь ставлю маслосъемные колпачки. Клапана прикрутил новые и уже успел их потереть за кадром, поэтому просто вставляю в голову. Дальше подложил в камеру сгорания гайку, чтоб клапана не шалили. Будем их сейчас засухаривать. Кидаю пружинки, тарелки и кириешки. С помощью головки на 14 плотной ткани, свернутой вдвое, мне удается засухарить клапана. Однако это не всегда получается провернуть с первого раза. Главное, что способ рабочий. Распредвал тоже новый. Этот движок уже становится золотым. Следом коромысло, пальцы и треугольная крышка с прокладкой. Продолжаем дальше. Головка отправляется на двигатель, а за ней квадратная крышка с стрелкой вниз с прокладкой. Ставлю три стальные шайбы, а четвертую медную. За ними декоративные гайки. Сбоку поршневой крутил два болта. Частый вопрос, как выставить фазы ГРМ по меткам. Как вы помните, поршень я поставил в МТ. Распредвал должен вращаться свободно, как на видео, до определенного момента. Клапана сейчас у нас закрыты. На звезде есть жирная метка. Даже люди, знающие шрифт Брайля, ее увидят. Такая же метка имеется на головке спереди. Отсюда ее не видно. Но опустив голову ниже, вы заметите ее. Так вот, совмещаем эти метки. Заранее одел цепь ГРМ на звезду. Если промахнулись на зуб ниже, как я сейчас, ничего страшного. Снимаем звезду и проволокой перемещаем цепь на один зуб вверх. Оп, и теперь у нас все идеально. Вот эти метки четко видны. Часто бывает, что метка звезды чуть выше метки на головке. Это нормально, ничего в этом страшного нет. Прикручиваем звезду на три болтика. Осталась круглая крышка и прокладка. Зуб на крышке помещаем между двух таких на головке. Если их нет, выпали у предыдущих владельцев. Представляем, что они есть, и помещаем туда же. С обратной стороны вставляю длинный болт с алюминиевой шайбой. И не сильно, но хорошо притягиваю эту крышку. Клапана отрегулировал за кадром, поэтому можно запускать движок. Прикручиваю кар, коммутирую коммутатор с бобиной, кочергу для запуска У установил и заливаю маслицо Сибойла. Искра есть, можно включить свечу и запускать. Заливаю бензин и дрыгаю чехардрыхалку. Моторчик работает отлично, можно выставлять на продажу. Выставил двигатель за 14 500. Подписчики опять шалят. После слова «восстановлены» люди сливались. Покупатель предложил поставить полуавтомат на этот двигатель. Такое меня, конечно же, не устраивает. Готовы купить за 9 000. Я вложил в него примерно столько же. Конечно же, я отказался. Предложили старый двигатель как скидку. Но я указал на трещину, и человек пропал. Четко указал в описании, что двигатель откапитален. И приложил видео с его работой. Но нет же, описание читают только лохи. Реальные пацаны будут усердно отнимать свое и мое время на глупые вопросы. Кому-то мало 72.
двух кубов. Опять же, в описании это четко указано. Зачем спрашивать? И вот он, тот самый покупатель. Вызывал сначала у меня чувство вины и ответственности за уверенность в движке на все 100%, что он не крякнет. Так как этот движок он берет для зятя. На цене в 10 тысяч мы не договорились. Спустя время скидываю цену до 12. И тут этот мужчина снова пишет и готов забрать за 12. На чем мы и договорились. Двигатель был продан за 12к. Чистая прибыль составила 3200 рублей. Ну а если минуснуть труд, то все 4700 рублей. Что я считаю уже неплохо. Статью расходов вы можете увидеть на экране. Удачно я продал или нет, пишите в комментариях. Всего хорошего!